Всем привет! Продолжаем играть в Данмен. Приходил у нас вот только недавно торговец. Вон он пошел. Да, торговец. Купил я у него там мясо, кожи немного. Вот. Продолжаем развиваться потихонечку. Будем посмотреть. Все жители у нас заняты заданиями различными. Но пока никаких в основном заданий выполнить, все, наверное, к этим заданиям добираются, я так понимаю. Ну, у нас пока три собачки. Вот они, три штучки. Где же наши все жители? Вон, это торговец пошел. Это же наши жители, да? Все. Где вы ходите? Ни одного жителя нашего нет. Где они есть-то? Ага. Ты где был? Идешь еле рубить, остальные где? Вот, зима закончилась. Давайте здесь, наверное, поставим приоритет все-таки. Повыше, чтобы... делали изготавливали оружие, прощи, гарпуны, топорики, кирки. Опять ушел в дом, да? Девочка у нас тут собирает палочки. Палочки, веточки. Сушильня. Так у нас сырого ничего нету, да? Не получается, там все спали, что ли? Иди помолись, что ты грустная такая. Пойди отдохни в хижине. Здоровье восстанови. О, куда ты идешь? Попей, попей водички, правильно, попей. Ну, в общем, жители развиваются потихонечку. Да, блин, извиняюсь. По идее, надо же опять охотиться идти. Или заняться чем-то таким. Нам кожа нужна, очень много кожи надо. Кожа у нас уходит на все практически.
Давайте ускорим. О, срубил деревце. Хорошо. Так, давайте. Вот, заколготились, ребята, забегали. Да, что вот плохо рядом. Вот эти вот. Пещерных львов полно. Может, они зарубятся там с этим. Волк атакует. Где ты атакуешь? О, елки-палки. Еще не хватало с этими волками. Вот тебя что. Серп, нож даже можешь выявить, не? Ну, пошлите на охоту. Я вот не знаю, есть ли смысл. Сейчас все толпой нападут. Давайте попробуем вот этого завалить. Всеми дружно. Не? Не пойдете всеми дружно? Пойдем. Всеми дружно сходим, не? Давай маленького тогда. Да. И нас убили. Да ладно, идите работайте. Все, я вас не трогал. Да. Не получилось. Ну эти, конечно, да. Если они нападут, то все, нам кирдык будет. Если они нападут, нам кирдык будет. Так, давайте изучать еще технологии, значит, пойдем. Так, пойдем. Пока что все. Производство. Хорошо бы, если бы ты... Ну да, аккуратно вот здесь вот, хорошо, так встает. Ставим. Делаем приоритет. Быстрее построили. Так, а тайминг как? А, можем добывать, да? Так, надо выбрать место, где мы будем добывать тайминг. Желательно побольше бы площади. Двоих пока отправим. Ребята будут собирать, работать. Так, а вот эту надо одну отключить вообще. Вот эту. Включить ее пока что. Давайте, ребят, работайте, собирайте все, все, что возможно. Хорошо. Дубильню построили эту, да? Дубильня.
Собакина. Ух ты, ух ты. Дядя. Да, блин. Да. Это так, мы уже второго потеряли. Ну это первый, ладно, мы сами виноваты. Ёшкин кот, все, Кир. Загрызите, забейте хоть одного. Давайте вот этого теперь. Собачки, помогайте, помогайте, давайте, молодцы. Во, пещерных львов победили. Но не всех, вон еще идут. Давайте, давай, забивай этого хотя бы. Есть. Ну, я думаю, пока что, наверное. Тут еще один идет. Давайте вот этого забейте и там еще один. Убежал, да? Угу. Убежал. Шесть жителей у нас осталось на 18 домов. Вот эти пещерные львы, а? Заразы какие. Я бы, конечно, по-другому сказал, но... Боюсь, YouTube тут нам даст. Ладно, давайте, идите все домой. Собирайте кожу. А, собачку еще нашу, да? Приентовали. Ну, я думаю, сейчас жители придут. Здесь они грушу собрали. Это сколько нам нужно было? 15. О, человечек родился. Хорошо. Заражается инфекцией. Где ты заражаешься инфекцией? Трое к нам присоединились. Хорошо. Не успела ты в домик зайти и спрятаться, да? Ну ладно. Думаю, ничего страшного не произойдет. Вот, у нас уже 10, возможно, 18. Плохо, что мы пока
Не можем ячмень собирать, хоть какая-то солома была. Но это в дальнейшем все. Так, подождите. У нас же... Не, не так, так. У нас же вот мишка поцарапанный. Ну-ка, идите. Сходите мишку. Кто ж его тут кусал-то, мишку эту? Хорошо. Мишку завалили. Так, давайте, ребят, делайте оружие. Надо прощей заказать, еще копий для рыбалки. Ну. Давайте. Так. Этап разблокировали. Смотрим. Хорошо. А вообще, что у нас по этим? Возможно. Вон, а как, да? Не все так просто, да? Ладно, будем все это стараться делать. Давайте по 50 того и того поставим для начала. С рыбкой у нас проблем. А, у нас один-то ловит только. Давайте второго поставим. Или троих, давайте. Троих, наверное. Нет, троих, они там работают, там работают. Да, пусть трое стоят. Наловят, я думаю. Новый человек родился. Пару тройку штук этих. Так, а эту одежду, наверное, отключить. А, нет, надо. Ладно, сейчас будем посмотреть. Эти-то копии уже можно не делать. Тоже их отключить. А, у нас они с чего делаются? Вообще зеленый кожа-то у нас есть. Может быть, поставить еще одну мастерскую. Так, это не то. Тоже. Кожа 4 веточки. Это вообще-то не нужно. Так нагрузка будет большая, да? Нет, пока не будем. Так. Надо, да, сюда идти. Веру мы успеем прокачать. Давайте сюда пойдем. И, по-моему, мы что-то можем построить новое, да? Здесь пока ничего. Тоже. А, только открыли мы эту эпоху, понятно. Эту эпоху мы только открыли. А нам еще нужно дальше прокачаться. Да, жизненности полный уход. Ты просто лежишь? Не, а кто ж тебя забил-то?
А, может быть, они сами помирают от старости. А, вот эти, наверное. Шакалье. Ну, гиены, шакалы. Они, наверное, забили носорога, скорее всего. Это дерево, наверное, тоже убираем отсюда. Пока нагрузки такой нету большой у нас. Ведь кремень закончился. Да, что-то надо делать с кремнем. Кремень, кремень, кремень. Что же мы с тобой делать будем? Ну здесь что у нас? Нету кремния, да, вообще? Ну, есть он, да? Ладненько. Так, а ты же вроде небольшой, да? 275 у тебя. Может быть, мы тебя и это... Вон так у двоих, да? Оружие. Тут у нас никого нет. Но если у двоих оружие, то что, мы не справимся. Да не будем рисковать. Не надо, ребят, не ходите туда. Я передумал. Не ходите, не надо. Рыбу лучше ловите. Сюда надо приоритет же, наверное, поставить, да? Опять кремень, да? Что же делать с этим кремнем? У нас вот есть кремниевая, это, конечно. Лучше мы шахту потом поставим. Когда мы до них прокачаемся. Так, что же нам делать с кремнием? Ладно, пусть там ходит, собирает, ну что ж теперь.
Так, а сколько у нас жителей возможно? 18, да? Ну хорошо, площадочку очистили немножко. Это пока не будем каштан трогать. О, гель можно еще вырубить. Тут бревен нету, веток нормально. Вот торговец прибыл. Ла прибыла, наверное, все-таки, да? Вот она уже с санями. Что мы тебе? Давайте кожу заберем, это заберем, зерно. Муку заберем. 75. Что мы тебе можем? Все эти все отдать. 55, да? 60, 72, 82, подожди тогда, 82, 88, 87, наверное, косточку для косточки. Ну, все вот так. Ну. Еще одна зима прошла. Побежали сразу, как он правильно, тайминг собирать, да? А, танин. Танин. Вон он как. Ну, если мы построим третью вот эту, нам же дадут очки знания? Дадут. Давайте просто построим третью. Так, а мастерская сюда поставится? Нет? Ой, наверное, не мастерская, а хранилище еще одно. Знаете, она ставится сюда. Как она тут и была. Так. Ну, да зачем? Нам пока же она не нужна. Ну да, пока не нужна. Зачем нам строить? Так, вот это... А, это нет, это пихта. Она нужна будет. Так, и сразу здесь производство отключаем. Все. Здесь тоже отключаем. А здесь тогда давайте включим. Вот, все. Одна будет работать, две не будут, хватит. Опять же надо на охоту. Вот еще к нам жители, да, идут, я так понимаю. Или нет? Да, 4 человека же пришли. Или 3. 8. Так, давайте что, подождите. Я думаю, все-таки в луки пойти сначала. Да, в луки идем. Ставим луки сразу на крафт. Заказываем штук 5. А пока что... Опять все спрятались, да? Еще камни. Камни. Так. Так она... Вот тут камни, глянь, сколько лежит. А чего вы не собрали-то? Ну да. Я всех выбрал. Мне надо с оружием только. А что одеть с оружием, остальные что? Оружие не дают вам сегодня?
Пошли бы вон на носорогу посходили. Не? Может, все-таки сходим? Носорогу-то. Втроем. Волчонок есть. Давайте козочку. Ну, догоняйте. Есть, хорошо. Так, что вот эту вишенку не собрали? Давайте я попрошу вас, чтобы вы ее собрали. Давайте, волка, убивайте. А, ты уплыл, да? Вон где все. Блин, те волки. Давайте с этого снимаем задачу. Идите все домой. Тут волки. Полно. Носорог разобрался бы с волками. С волками. Не. Не судьба. Тогда мы с тобой сейчас будем разбираться. Пошлите разбираться с волками, где они там были. Где-то здесь, да? Не пробежали они туда. Значит, здесь где-то еще остались. А, вон на ней. Вот. Ну, забивайте волков-то. Давай, бей их. Так, хорошо. Забили. А ты не сможешь? Вот ты. Приручить этого. Ну, может. А где еще волчата? Вот они. Иди-ка этого приручи. А ты, наверное, иди вот того приручи. Ну, а это что ты не приручил-то? Ну, приручай. Ну.
Приручайте, будут три собачки. Чего они там колдуют? Ну давай посмотрим. Что-то шаманит там, что-то говорит, наверное. Ну да, приручила, молодец. Ну вот еще трех собачек приручили. И жителей у нас уже побольше стало. Уже 14. 14 человек уже. Это они сейчас починят домики. Ну а на этом мы будем заканчивать сегодняшнюю серию. Спасибо всем тем, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока.